Приветик всем, ребята, Кента ПК на проводе, и сегодня ваш Кента ПК будет играть против читера в игрушке Stand of 2. Ну, по крайней мере, данный парень мне сам сказал то, что он читер. И я скажу так, то, что это очень-очень похоже на правду, потому что вы только что сами все это прекрасно видели. Так, давайте-ка мы еще раз попробуем его убить. А ну иди сюда, мой ма... Ой-ой-ой, ребят, вот это... Слушайте, в натуре читы! Я-то думал, это очередной школьник, который меня разводит. Ребят, в натуре рабочие читы. Я просто в шоке. Ля-л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 я. Надеюсь, я его убью. Ребят, ну читы, ну явно, камон! Блин, в натуре! Я-то думал, что это очередной школьник, который просто хочет со мной подуэлиться. Но нет, ребята, действительно, это читы. Блин, я в шоке, я в шоке. Слушайте, ну это прикольно. Давайте я себе куплю EMP. И погнали обратно, ребят, вперед в бой. А вы, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, какое бы следующее видео по игрушке Stand of 2 вы хотели бы видеть на моем канале. Для меня это очень-очень важно. Капец, он меня вообще боком убивает, я в шоке. И каждый раз он меня, ребят, убивает именно в голову. Блин, это реальные читы, я в шоке. Мне вот интересно, а как вообще читы работают в игрушке Stand of 2? Как это реально? Блин, я просто в шоке, ребят. Просто я думал, что читов на эту игру нету. Я думал, что это очередной школьник, который чисто ради хайпа. Но нет, ребят, реальные читы, смотрите. Вот реально он смотрит в другую сторону и убивает меня именно в голову. Уже при том третий или... Подождите, это уже пятый раз подряд. Я в шоке, ребят, я просто в шоке. Блин, ну... Ну, конечно, против читера играть довольно-таки проблематично. А ну-ка, давайте-ка попробую его убить все-таки. Вдруг выйдет, а ну... Так, ребят, он где-то там, он где-то там. Ох ты, блин. Блин, хочу убить читера. Да капец, ребят, это вообще нереально. Короче, мне надо купить АВП и при помощи АВП его убить. Вот только тогда у меня есть шансы. А ну-ка. Все, ребят, решено. Короче, буду собирать на АВП, потому что это просто что-то с чем-то. А ну-ка, может, убью его. Вот тут стану, как крыса. Ну иди ты сюда, ну. Ай, блин! Ребят, ну увидели, ну как? Блин, чертовы читеры, не люблю их. Капец, ребят, я просто в шоке. Так, а на ВП мне до сих пор не хватает денег, поэтому я себе куплю в этом раунде Дигл, а вот в следующем куплю себе уже точно АВП. Я просто в шоке. А ну-ка, давайте-ка попробую поменять тактику. Зайду с этой стороны. Так. О, убил читера! Да, мы это сделали! Блин, ребят, ну у парня явно... У него АИМ, да, как я понимаю? Да, скорее всего, ребят, у него АИМ. Но даже с АИМом я умудрился его хотя бы один раз убить. Ну, это, ребят, неплохо. Так, все, покупаю себе АВП. И, ребят, вперед в бой. Ля-л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 я. Иди сюда, и Кента, пока тебя... Как? В воздухе убил! Вот это да, я в шоке! Блин, капец, как он это делает? Я в шоке, ребят, я просто в шоке. Опа-па-па. А ну-ка, ребят. Блин! 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 Это просто, ребят, полный трындец. Я не ожидал, что читы действительно есть на эту игрушку, ребят. Это, ну, это не постанова, это реальные читы, ребят. Я думаю, что уже всем очевидно, что это настоящие читы. Я так надеюсь, что всем очевидно. Идемте дальше. Блин, слушайте, ребят, его вообще почти нереально убить. Так, я увидел. Он где-то тут, а? Убил. Да, убил. Блин, ребят, вот это я пересрал. Короче, прикол в том, что если его, ребят, убить до того момента, пока он начнет стрелять, то только тогда у меня есть шансы на победу. Но как только он нажимает на кнопку стрельбы, все, ребят, мне хана. Ну, давайте идти на опережение.
Ё-моё, ничего... Ну, короче, Кента ПК немножко проиграл. Да, ребят, вот это, конечно, да. Я просто в шоке. Ребят, короче, ставьте огромные лайки, пишите хорошие комментарии и подписывайтесь на мой канал. Если, ребята, будет много лайков, то я обязательно сниму продолжение по игрушке Stand of 2. Все, ребята, всех люблю, всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока.